Давайте посмотрим, чем занимаются народные избранники в Астраханской, Липецкой и Челябинской областях. Во время инспекции жилых домов в Астрахани депутат Евгений Дунаев не боится браться руками за электрические провода. По образованию инженер-строитель, он уже шестой раз избирается в областную думу. То, что за это время не удалось решить многие вопросы, винит кадровую политику региона. К сожалению, министры меняются. Вот с одним министром вроде договоришься, нет. Второй нет. Вот и губернаторы уже три сменилось, и мэры города четыре. То есть каждый начинает понимать, что это нужно, но не успевает заканчивать эту проблему, приходит новый. До обеда депутат уже проверил качество городских труб на аварийном участке, встретился с представителями экологического патруля и начал проводить встречу с избирателями. По словам Евгения Сергеевича, за год он получает более 600 запросов от жителей. У него есть приемная, и при том он ведет личный прием, потому что, насколько я знаю, другие депутаты этого не делают. Они сажают своих помощников, которые прием ведут вместо них.